Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Илья. Откуда вы приехали? В Санкт-Петербург, здесь местные мы. Поделитесь своими впечатлениями от практикума. Ну, я уже не первый раз нахожу на практикум, организованном Алексеем, как бы. Вот. В принципе, очень такие насущные темы, да, то есть подобраны именно те клинические ситуации, которые действительно встречаемся каждый раз и которые возникают, ну, так дают большее количество вопросов вообще, в принципе. Поэтому очень хорошо, что большая практическая часть, вот, именно подкреплена теорией. Поэтому сам, как все организовано, все очень понравилось. Как, и хочу спасибо всем организаторам за такую так интересную программу. То есть, если будут еще, конечно, будут мероприятия, обязательно примите участие, да? Обязательно, всем советую, да, что всегда очень грамотный индивидуальный подход к каждой теме, каждому посредственному участнику программы. Есть ли у вас какие-то пожелания своим коллегам? Да нет, все хорошо. Учитесь, учение свет. Спасибо большое за ответы. Ни за что, спасибо. Если там, я иногда делаю, даже с одного, потому что захожу до другого.